Надо тыщеночку ворвать. Как будто могу спокойно. На такой могу спокойно ворвать. Делаем, поехали. Будем играть агрессивно. Не понял. А, спасатель, все понял. Как я типа не ваншотнул. Как я типочка думал, не ваншотнул. В смысле, у тебя еще нет устройств? Ну да, как, откуда мне их взять? Не падают, Виталечка. Не падают они. Устройства на корпуса не падают. Так, ну буду на хилинг давать жесткий. Жесткий саппортинг буду делать. Ребятам. Что-то нас уже респят на базе. Не очень приятно. Стоит делать контракт, чтобы компенсацию дали. 2900 кри. Остался один. Какую компенсацию, Лень, контракт? Еще урона чуть маловато. Аресик наваливает жестко. Соло просто развалочку делает с поджогом. Я думал, там чел АФК стоит. А он еще накидывать начал жестко. Так, а мы под увозинг тоже можем поиграть, правильно? Только будто чисто на ТДМ-очке. 1000 тут не заработаю. Чисто в ТДМ-очке. Чисто в ТДМ-плеинге. Убивай. За то, что он сам горит, тебе очки не дают? Дают, дают, Витальчика, дают. Я только что проверил. Я специально проверил. Но все равно что-то как-то маловато. Очков маловато дают, это факт. Ни о чем, как будто бы. Виталий на тренера подсел жесткого. Решил жестко потренировать меня. Ептить. Ну как чел слился так? Приятно. Ома. Дроповая. Так, 200 очков у меня маловато. Как-то маловато. Не успеваю пока что. Пока что не успеваю. Блендеров, тиммейтов. Учи. Сосу Лендрочка в тиммейта. Да Виталь, вечку, вечку сразу типачком таким. Вечечку, что ты там 60 секунд ты ему даешь? Сразу унес его. Салатик, это что за чел? В меня играет жестко. 235 очков, блин, что-то тут 1000 как будто заработать не так просто. Я думал, полегче будет. Я что-то думал, что это полегче задача. Ты попробуй. Делай. Триста 26-4. Возьми другой корпус, убивать надо. Так, ладно, все, Виталь. Не учи.
Тут просто дофига подсейвов у типов. Спасатели всякие. Учитель чисто. Профессионального шафтовода учишь. Забыл, что я один из лучших на шафте. Учит он играть. Отца шафта. Просто один из самых сильных на шафте был в свое время. И он пытается меня обучить. Завязывай, Виталь, завязывай. Видишь, тут эти спасатели просто. Здесь спасатели. Дудочка, оп, туда его. 323. Работаем, работаем, ребячки, работаем. Почти успеваю. Главное, чтобы тут досрочки не было. Обидно. Я же шарю в этой теме, самый сильный подписчик. Ладно, ладно, Виталь, ну, понятное дело, что ты шаришь. Ты же сказал, что ты шаришь! В этой теме. .348. Маловато. Не успеваю. Не успеваю, не успеваю, не успеваю. Что-то как-то. Да блин, как-то маловато урона наносит. Мало урона наносит. Должен как будто больше наносить. Нету такого урона. Делать. Ой, вкусная в голову. Или мне кислород жестко. Не едут они в наш район. Unlucky, братишка, тогда приедь ты к ней. Скажи, нарисую адрес. Я подъеду сам. Не пускают? Очкуют? Очкуют, что ты не вернешься? Или что тебя они... Пауют жестко. Как будто самый сильный на шафте прямо сейчас. Но без 1000 очков. Блин, Илья, я понимаю, что как-то набазарил за много, а тысяночки нету, тут согласен. Набазарил за много, а 1000 не набил. Слабый получается. Получается слабачок. Получается так, что... .513, 3,5 до конца. Ну, не знаю даже. Шансик есть в теории. Наверное. Маленький. Микро-ченс есть. Хорошая. Пеночка не очень.
Может, у Возинга надо дать? Какого-то соло у Возинга надо как будто бы давать, не? Соточей. 2,5 минуты не успеваем. Оно здорово. Наверное, Виталина тема бы с диктатором сработала бы. С диктатором и с дополнительными очками. Как будто надо будет ее сейчас попробовать. Все сработало бы. Лучший саппорт бы сработал бы. Наверное. Не, ну один из самых сильных прямо сейчас. Один из самых сильных. Сильнейший просто. Тормознул. Пока, удачи, пока. Кризис норм сейчас? Не, не очень. По параметрам ДДшки такая же, как у бустера, понял? Только на бустере у тебя все припасы сразу. А на кризисе... У тебя только один припас. Понял? Ману, 800 очей. Я старался, конечно. Но это 800. Но это не 1000. Инженер вроде лучше, чем механик. Бой без минуса — это плохой бой, согласен. В моем исполнении так точно. Если минус не упал, значит бой уже неудачный. Итого 805, короче, сделал я. Ну, сейчас попробуем. Не-не, там Виталий сейчас инженера... Инженера уже нету, ребяточки. Инженера уже не существует, Виталька.